Дать. Эзельбей, позвольте объяснить. Сначала ты, а потом твой хозяин. Не подходите. Опустите оружие. Опустите, я сказал. Вы не убьете меня, господин Эзель. Вы не выстрелите после того, что я скажу вам. Что еще? Я понял, что все вокруг дьяволы. И я не исключение. Сейчас ты убедишься в этом. Что еще осталось? О чем я не знаю? Ничего. Вы все знаете, господин Эзель. Рамиз-бей взял парня по имени Омер в свою шайку, но не для того, чтобы отомстить за него. Знаю. Рамиз-бей нанял вас не для того, чтобы вы отомстили за него. Он нанял вас, чтобы использовать против нас. Знаю. Рамиз-бей относился к вам как к сыну, но на самом деле он готовил вас к сегодняшнему дню. В тюрьме он выглядел всемогущим, но в действительности он был растоптан. У него ничего не оставалось. Осталось немного денег, но не осталось казино, власти, репутации. Все исчезло. Все. И это я знаю. Рамиз-бей, оказавшись на свободе, вел себя так, будто пытался отомстить за Омера. Но в итоге он оказался в выигрыше. Он дал вам первоначальный капитал, и вы увеличили его в 10 раз. Потом он присвоил казино Джингиза. Вы и об этом знали? Естественно, мы делали это вместе. Значит, вместе. Вместе. И что вы получили в итоге? Вы отдали ему тонны денег, пока мстили за Омера. Вы отдали ему казино, огромный отель на Кипре, дома, машины. А вам что осталось, Эзельбей? С чем вы остались? Мне ничего не нужно. Прошу вас, Эзельбей, откройте глаза, наконец. Человек, которого судили на 20 лет, через 6 месяцев снова оказался на сцене благодаря вам. А вы что сделали? Вы убили Бахар. Бахар! Думаете, мы убили Бахар Ханым? Вы уверены в этом? Даже не смей. Не смей! Ладно, но задумайтесь, Эзельбей. Какая нам выгода от смерти Бахар Ханым? Никакой. А что получил Рамиз? Многое. Самое важное... Людей, которые ненавидят господина Кинана. Это воины, которые будут воевать вместо него. Он снова так сделал. Нет, вам не удастся обмануть меня. Не мы отдали приказ убить госпожу Бахар. Нашей мишенью была не она. Кто? Вы, господин Эзель. Вы были нашей мишенью. Но Рамиз-бей одурачил и нас. Он обманул людей своего врага. Но этот убийца отныне не наш человек. Я когда-то нанял этого человека, но сегодня, если бы не мы, он бы убил вас. Заткнись, замолчи, слышишь меня? Замолчи! В ту ночь вы устроили засаду этому человеку, не так ли? Откуда он узнал? Кто знал об этом? Кто ему сказал? Кто все это организовал? Нет, ни за что не поверю в это, не поверю! К сожалению, вас обманули, Эзельбей. Я не говорю то, чего вы не знали. Все было понятно с самого начала, но Рамиз сделал вас членом семьи. Он заставил вас думать, что любит вас. Вы не напрашивались к нему, Эзельбей. Откройте глаза, наконец. Умоляю вас, не поддавайтесь его умным речам. Не поддавайтесь тому, что он читает вам книги. За этими книгами скрывается чудовище, которое до конца использует людей. К сожалению, господин Кинан... тоже стал чудовищем, чтобы дать отпор Рамизу. Потому что Рамиз причинил ему большую боль. Я сказал, заткнись! Твоя задача заморочить мне голову, не так ли? Ты должен перевернуть все с ног на голову. Нет. То, что я сказал, чистая правда. Да, это ужасная правда, я признаю. Но вам надо понять, что это правда. Дядя Рамиз, если мы правы, он будет использовать вашу боль. Он будет использовать смерть госпожи Бахар. Он попросит вас помочь Азат. а потом всех отправит на верную смерть. Он всегда поступает так. Вопрос в другом. Что вы собираетесь делать, Эзельбей? Спасибо. Поехали. Мы оказались на земле до того, как осознали, что произошло.